Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэта Александра Исимовского. Композиция называется «Ноябрь». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Погоди, не зови ноябрь мерзлых дней, ледяной просень, вспомни, как целовал сентябрь позолотой юную осень. Погоди, не зови мерзлых дней, ледяной просень, вспомни, как целовал сентябрь позолотой юную осень. Давит небо свинцовым взглядом и знобит лихорадки душу, в небеса и глядит не надо. Тучи спят, отражаясь в лужах. Погоди, не спеши, ноябрь, осыпаться снежной горостой. Вспомни, как расстилал сентябрь золотую нежную простынь. Хриплый кашель больных деревьев раскатился по кронам леса, и поют в печи поленья, обреченно читая мессу. Погоди, не зови ноябрь мерзлых дней, ледяную просень мне всегда был милей. Сентябрь, что ласкает золотом осень. Погоди, не зови мёрзлых дней, ледяной просень, мне всегда был милей сентябрь, что ласкает золотом осень. Мне всегда был милей сентябрь, что ласкает золотом осень. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Ноябрь». Стихи Александра Исимовского. Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».